Станция «Деловой центр» московского метрополитена открыта 31 января 2014 года в составе участка «Деловой центр Парк Победы». Закрыта с 24 февраля 2018 года из-за совместной эксплуатации Солнцевского радиуса и, в первую очередь, Большой кольцевой линии, одновременно с открытием одноименной станции на Большой кольцевой линии до ввода пошерстного съезда за ней для организации оборота составов по стандартной схеме. Колонная трехпролетная станция глубокого заложения с одной стороной платформы. Одновременно с вводом станции в эксплуатацию открыт также западный вестибюль с организацией входа и выхода пассажиров на территорию торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити». Из восточного торца станции можно выйти в действующий вестибюль станции выставочной Филевской линии.